творец не зависит от нищеты. Никто ему сегодня не запрещает творить. В этом и есть парадокс. Полная пропасть непонимания, полное неуважение. Это довольно-таки тяжело жить художнику и сопротивляться, когда ты совершенно один, когда тебя никто не понимает, когда ты вот как бы все общество настроено против тебя. Ну а здесь мы знаем, как общество умеет быть агрессивно настроено.